очень приятно отметить, что наш проект, на котором вы сегодня присутствуете, является достойным примером того, как мировая общественная экологическая организация ВВФ и представители ответственного российского бизнеса группа «Крион» при участии партнеров Национального рейтингового агентства 3 года подряд делают общее дело. Спасибо вам огромное за ваше внимание, оно нам очень ценно. У нас в зале 17 нефтегазовых компаний представлены, разнообразные финансовые институты. У нас представлены посольства, представители ведущих природоохранных организаций и фондов, представители аналитических центров и консалтинговых компаний, ведущих вузов и СМИ России. Нам очень приятно, что в этом году нас поддержало не только профильное ведомство Министерства природных ресурсов и экологии, но и Министерство энергетики Российской Федерации. Самое главное, то, что мы достигли на протяжении последних 3 лет, что этот так называемый проект, а он сегодня превратился из проекта в платформу, которая объединяет всех единомышленников, как со стороны нефтегазовых компаний, так и со стороны некоммерческих организаций, государственных и негосударственных, и так и со стороны наших международных партнеров, представителей посольств почти всего мира, Соединенных Штатов, Германия, Финляндия, Польша, Канада. Все это объединение – это хороший, большой сегмент бизнеса, с которым можно работать следующие 30 лет. Поэтому нами было принято решение в этом ключе создавать Creon Energy Fund со штаб-квартирой в Люксембурге с объемом инвестиций не менее 100 миллионов евро именно в сегменте зеленой экономики и альтернативных видов топлива. Мы относим газ именно к этому сегменту, потому что газ является самым экологичным видом топлива. Его продукты переработки являются очень востребованными сегодня в мире. Такие продукты, как метанол. Сегодня даже из газа есть технологии под названием MTP, когда из метанола можно и получать полиолефины, которые в России очень востребованы. Этот сегмент, он открывает большой кластер для ведения деятельности в России. Совместно с нашими международными партнерами мы уверены, к концу 2017 года мы выйдем на мировое и российское сообщество предпринимателей с проектом, который совпадает полностью с нашей зеленой концепцией и с концепцией того форума, которого вы сегодня видели. Важным фактором успеха нашего совместного с Creon и НРА проекта по рейтингу является правильно заложенные принципы методики расчета рейтинга. Мы гордимся тем, что мы изначально стояли у истоков разработки этой методики, и важным элементом развития рейтинга является обратная связь, в первую очередь, с самим нефтегазовым комплексом по уточнению методики. И именно такая скрупулезная работа на протяжении 3 лет по взаимодействию с нефтегазовым комплексом, по обсуждению и доработке методики, на наш взгляд, является важным элементом, обеспечивающим вот этот успех в целом проекта. Вторая важная составляющая, если говорить о специфике нашей методики, является то, что при оценке количественных критериев мы заложили в основу расчета рейтинга соотношение показателей компании к среднеотраслевому показателю. И тем самым мы добились двойного эффекта. Каждая компания стремится улучшить свои показатели, то есть быть выше среднеотраслевого уровня, и повышая свой индивидуальный показатель, повышается общий показатель среднеотраслевой. То есть в целом отрасль от года к году показывает снижение воздействия на окружающую среду. Это очень эффективный получился механизм, показывающий очень зримо возможности применения рейтинга для достижения природоохранных целей. Но, к сожалению, именно вот этот год, 2016 год, показал, что есть вопросы к достоверности данных. По ряду показателей разброс количества показателей оказался на 3-4 порядка. Конечно, нам трудно предположить, что компании, работающие в одном сегменте бизнеса, занимающиеся одним и тем же, так сказать, технологическим процессом, имеют такие большие разбросы данных. Поэтому у нас возникают естественные вопросы. Мы не готовы их решить самостоятельно, и поэтому уже при подготовке методики 2017 года мы проведем серьезное совещание как с компаниями, так и с компаниями, которые проводят аудит их отчетности, для того, чтобы пытаться разрешить вот эту вот коллизию с достоверностью данных. Нужно
важно отметить, что за последние вот эти два года произошли реальные изменения во взаимоотношениях и в понимании как задач, стоящих непосредственно перед самим проектом, перед организаторами рейтинга, разработать максимально эффективные критерии оценки, поскольку все равно деятельность компании достаточно разнообразна, и вот этот диалог, вот эти постоянные консультации между устроителями рейтинга и инициаторами, как WWF, так и группы компаний Creon, позволили правильно сформулировать критерии оценки, позволяющие объективно и на основании количественных показателей оценивать компании с точки зрения вот удельных показателей воздействия на окружающую среду. Это очень важно, потому что это позволяет поднять и уровень доверия, и уровень взаимодействия между бизнесом, государственными контролирующими органами, потому что все показатели так или иначе входят в статистическую отчетность, ну и, собственно говоря, неправительственными организациями. Ну а вот достаточно широкое освещение этих результатов рейтинга говорит о том, что в том числе и бизнес, нефтегазовые компании достаточно серьезно относятся к этому проекту, к этой, как сегодня было сказано, платформе, поскольку она, мы надеемся, будет развиваться и продолжать свое существование в дальнейшем. Я хочу поблагодарить, собственно, организаторов этого мероприятия и пожелать им дальнейших успехов. С моей точки зрения, это прекрасная возможность показать всему миру и России, какие компании ориентированы на защиту и контроль рисков, связанных с экологией. Убытки происходят даже в компаниях с хорошим корпоративным управлением. И последние экологические аварии, в том числе и за рубежом, тому прекрасный пример. Поэтому комплексное экологическое страхование – прекрасный способ для управления рисками уже после того, как произошел убыток. Этот соревновательный характер рейтинга, который существует, он позволяет, является хорошим мотиватором для того, чтобы компании более активно развивали экологические программы в рамках своего бизнеса и вообще бизнес становился более экологичным. То есть на сегодняшний момент это такой тренд, который существует и в мировой экономике, в разных странах, но особенно в европейских в первую очередь. И надеемся, что Россия тоже достаточно быстро преодолеет это отставание, ну и как бы достигнет тех вопросов, которые связаны и решит их, которые связаны с экологическим бизнесом, с построением его как во внешней деятельности, по результатам своей деятельности, так и внутри. Экологические подходы в рейтингах учитываются, это очень важный аспект, как экология, связанная с результатами деятельности самих компаний, это касается и нефтегазового сектора, других отраслей, безусловно, так и с экологичностью самих офисов, так скажем, компаний, которые работают. И сейчас в России уже тоже наметился определенный тренд, связанный с этим, что и внутри офисов применяются экологические товары, экологические подходы, меньше расход бумаги. То есть все это используется, и общее сознание людей направлено на то, чтобы как можно больше содействовать экологической безопасности планеты. Это очень здорово. И, на мой взгляд, вот наши результаты, они тоже вносят определенную лепту. Данный экологический рейтинг постараемся распространить и на другие отрасли, помимо нефтегазовой. И я думаю, что там тоже результаты будут способствовать и мотивировать к развитию экологических программ в этих отраслях. Well, I think that this is an extremely helpful and a good project. I see one of the greatest values of this project is probably bringing together the companies and the NGOs and having them making something together and also looking to the future. No, I don't think we have, now I have to say that I'm not quite sure, but I don't think we have a similar rating in Finland because we don't have much oil and gas industry, but as said, I find this very good project. Further success, I mean, looking forward to the report next year and looking forward to getting to know, dwelling into the report that you made this year. I haven't really read it yet. I think it's excellent. Thank you very much for the invitation, and I really think it was a very good forum to bring together all the companies and the NGOs and the media. We don't have an oil and gas industry. We do have some ratings in other sectors, and what we do is as well, we are, even as a government and the agencies, we are doing like environmental prizes for companies which have performed extremely well. So I think for next year, maybe the report could also include some concrete examples, like what is the problem in some of these areas and how the companies have improved it. Maybe including maybe also some pictures and some boxes of good examples.
мы в этом рейтинге продолжать будем бороться, бороться за лидерство, будем призывать и другие компании быть экологически ответственными, быть открытыми, будем совершенствоваться. Придя вот сразу после рейтинга, мы проанализируем, конечно, показатели, проанализируем, где мы просели и какие пути улучшения. Мы уже сидели и прикидывали прямо за столом, прямо здесь, когда получили буклеты. Всегда у экологов возникает дилемма, да, что лучше, меньше выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты или там отходов образования, да, складывать эти категории крайне сложно. Что лучше, организация, которая не допустила совсем разливов или которая много денег потратила на борьбу. Поэтому, конечно, это рейтинг сам по себе непростой, критерии непростые, но вот нам кажется, он наиболее адекватный, мы в нем участвовали. Планируем участвовать дальше. Он в том числе является таким стимулирующим для открытия информации компаниями, демонстрации того, что мы выполняли и раньше. И надеемся на его дальнейшее соответствие вот этому своему лозунгу «Здравый смысл», а также надеемся на дальнейшее развитие, в том числе нашего места в этом рейтинге. Компания изначально с момента проведения рейтинга последовательно занимала и второе и третье место, и отмечалась специальными дипломами в области сохранения биоразнообразия. Ну и, собственно говоря, по результатам 2015 года стала лидером среди 21 крупнейшей нефтегазовой компании в России.